это генеральный директор Константин Пьяницкий. Средства массовой информации. Кружится что-то вокруг. Услышал запланировал посещение. Да. И хотел, потому что немногие даже в Беларуси знают о таких вот инновациях. Ну, Александр Георгиевич знает. Да, он поддержал в 1997 году еще у нас. Ну, расскажите вкратце. Это принципиально новый транспорт, это разновидность встречного транспорта, витринский транспорт. С уникальными характеристиками. Вот этот пустенький к местному мини-байк, скорость 150 км. Можно крутить педали и вырабатывать энергию, и плачить проезд. Да? Только за счет педалей можно 60 км в час получать скорость. А уже вы запустили там 15-5-километровую? Мы сейчас строим. И первый участок в этом объеме уже покажем, где мини-байки будут бегать. Угу. Я хочу сказать об эффективности. Представляете, они перевести электрическую энергию в топливо 0,7 литра на 100 км пути при скорости 100 км в час. 0,7 литра. На 100 км пути. Топливо в качестве... Если электричество перевести в топливо, то эквивалент 0,7 литра на 100 км пути. При скорости 100 км в час. А это 14-местный городской винибус. Можно зайти туда. Сидячие места. Причем это нормативы обязательно 3 человека на квадратный метр, это очень комфортно. Скорость до 150 км в час, тоже расход энергии, если перевести топливо, 2 литра на 100 км. То есть мы экономичны традиционного транспорта, но на 10. Нам нужна ваша компетенция в каком плане? Есть поручение главы государства вывести метро на наземную часть? Это мы. Вот я поручал мэру города, он собирал науку своих там, институты, но они говорят, что это неэффективно. Я побыл, в этом в Дубае, проехал без управления. И очень понравилось. Мы видели с президентом Туркменистана, там рельсовая такая, монорельс. Дороги, вот президент поручил, заинтересовался, его там информировал. И давайте мы эту тему. Безусловно. Более того, у нас есть предложение, которое еще поддержал сам Григорьевич, чтобы 1997 год. Но он поручил найти финансирование, правительство не нашло, мы сейчас нашли. У нас народный проект, нас финансируют 82 страны, 100 тысяч инвесторов. Смотрите, все деньги приходят в Беларусь. И мы тогда сделали предложение по скоростной дороге Брест-Минск-Москва. Это предложение поручения главы государства. Вот представляете, если будет построена дорога, в России тоже ее поддержат. И Путин знает, и Медведев об этом проекте. То время в пути было 1.5 часа, билет бы стоил 10 рублей. Мы приехали с центра Минска, в центр Москвы. Мы увидим в ноябре, это вот да, мы первое, да, это не высокоскоростной. Высокоскоростной нам надо еще 15 километров, нам придется обращаться к главе государства, чтобы он выделил землю под этот участок. Я думаю, вы нас поддержите. Безусловно. Там только под опоры, точные. И мы вот в следующем году сделаем еще 15 км высокоскоростной трассы и получим там скорость 500 км в час, чтобы реализовать этот проект. А могу я вам дать альбом? Хорошо, и давайте. Хорошо? Да. И мы обязательно подъедем накануне открытия. Мы еще раз...